Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья, вы на моем канале о вязании. Сегодня видео будет посвящено моим готовым работам за сентябрь. Как мне кажется, в сентябре довольно неплохо поработала. У меня три готовых плечевых изделия. Также вязала немножко аксессуары, все вам сегодня покажу. Ссылочки на мастер-классы оставлю подсказках в правом верхнем углу и также продублирую в инфобоксе внизу под видео. Нажимаете еще и откроется вам инфобокс, там будут все ссылочки на мастер-классы. Так, давайте будем приступать. Первая работа, которую хочу вам представить, это джемпер для моей младшей доченьки Арины. На возраст 5 лет. Немножко здесь заломчики, он у меня просто сложенный в шкафу девочки лежал. Ну, поди, ничего страшного. Так, этот джемпер вязала из пряжи Нака Перис. Вязала точно такой же практически, как и себе. Тоже я вязала с этой же пряжи. Джемпер облачко. Ссылочку на него вам оставлю. Можете пройти посмотреть. Здесь немножко, вот я совсем чуть-чуть просто изменяла. Но сейчас все вам расскажу. Я потеряла этикетку, поэтому покажу вам другой оттеночек. Но назову цвет. Пряжа Нака Перис. Здесь у нас 40% премиум акрила, 60% полиамида. Светит лампа ярко в глаза, девочки, плохо вижу. Так, 100 граммов, 245 метров. И этот цвет у меня 208 чисто белый. По расходу на этот возраст у меня ушло 175 грамм. Вязала на спицах резинки все 3,5, основное полотно 4,5. Отличный расход, мне кажется, 175 грамм на такой джемперок. У меня была упаковка 5 моточков, и с нее, получается, у меня вышло 2 готовых изделия, 2 джемпера. На меня на 42-44 и вот на дочь 5 лет. Просто замечательной упаковки хватило на 2 джемпера. Вяжется реглан сверху вниз. Очень простая модель. Здесь я набирала горловинку обычным набором. Свой джемпер я итальянским, по-моему, набирала. Здесь решила обычным. Но мне тоже нравится, все хорошо пружинит, тянет. Все замечательно. Сделала удлиненную спинку, так же, как в своем джемпере. Вязала поворотными рядами. И немножко удлинила. Детки у нас, вот в детский сад мы его носим, на прогулке частенько присаживаются, да, и спинка защищена. Мне этот вариант очень нравится. Связан полностью лицевой гладью, пряжа самодостаточная, никаких узоров здесь в принципе не требовалось. Лицевой глади смотрится здорово. Очень я люблю эту пряжу, мягкая, приятная, прям, я не знаю, такой пушистик. Я его назвала, кстати, пушистик. По нему есть экспресс-мастер-класс, ссылочка будет. Спрашивают часто, лезет или нет эта пряжа. Абсолютно не лезет, вот. Прям на 100% она не лезет. И очень мягкая. И по поводу стирки тоже еще скажу. Свой джемпер я стирала 3 раза. После первых 2 он практически не изменился. Вот практически. После 3-го раза уже немножечко, вот видно, скатался вот этот пушок, да. Но я его относила сезон целый, год, всю зиму. Поэтому я считаю, что довольно неплохая пряжа и в носке, и в стирке все отлично. И немножечко мой джемпер после 3-й уже стирки потянулся, совсем слегка он стал длиннее. Ну, не критично абсолютно. Так, что здесь еще? Закрытие тоже я в своем, по-моему, делала иголочкой, если я не ошибаюсь. Здесь я делала закрытие эластичным закрытием, и рукавчики, манжеты, да, и низ, и все отлично. Держит резиночку, хорошо тянется, все мне нравится, все мне устраивает. Ну, вот такой джемперок. Доча носит с удовольствием, мы уже носили его в детский сад. Ей очень нравится, что он такой мягкий. Многие не любят эту пряжу из-за того, что 100% синтетика, вроде как парка в ней. Но для нашей Сибири это отличный вариант. У нас по утрам сейчас уже минус 3, минус 4 бывает. Они гуляют первый раз рано в детском саду. И вот под курточку вообще просто отличный вариант.
Дольче в нем не потеет, все отлично. Ну, поэтому меня эта пряжа устраивает. Я купила себе еще в другом оттеночке, в персиковом. И немножко позже буду вязать себе второй такой джемперок. Ну, вот такая красота. Кому нравится, проходите по ссылочке. Будем вязать вместе с вами, вашим деткам. И можете связать также по моему экспресс-мастер-классу. Облачко он называется, себе. Первая готовая работа. Вот такая. Следующая готовая работа – это джемпер для меня. Я очень довольна этой работой. Джемпер получился просто потрясающий. Так, надеюсь, вам видно все. Вязала для себя на размер 42-44. Использовала пряжу, вот такая пряжа, Валенсия от Сиам. Здесь у нас номер цвета 76. Состав 55% мериносовая шерсть, 45% акрил, вес моточка 50 грамм и длина нити 125 метров. Пряжу для данного мастер-класса мне предоставил интернет-магазин «Пряжа Су». Я вам оставлю ссылочку на интернет-магазин, также на промокод со скидкой 5%. Выбор огромный, пряжи разные и разных товаров для рукоделия в этом магазине, поэтому можете пройти посмотреть, не забывайте пользоваться промокодом и, возможно, сейчас к сезону себя порадуете и что-то закажете. На мой 42-44 ушло 360 грамм. Вязала в одну ниточку на спицах. Так, все резинки вязала на троечке, я тут себе немножко подсказки сделала. На троечке основное полотно на 3,5. Джемпер связан реглан сверху, лицевая гладь полностью, да, и по передней части я только пустила узор. Вот такой классный узор, это коса с 18 петель и разбавила немножко по краям ажуром. Горловинку набирала итальянским набором, мне это очень нравится, получилось такой как фабричный край, классно вообще смотрится, здорово. Дальше он получился такой не короткий, средняя длина. Я вам сейчас на себе его, конечно же, покажу. Рукавчики, вот такие рукава, небольшие фонарики, зауженный манжет. То есть тут я набирала, вернее, оставляла количество петель, прям минимальное, вот чтобы у меня рука прошла, здесь измеряла минимальное количество. Мне захотелось такие манжеты узкие совсем сделать. Ну, мне кажется, здорово получилось. По пряже хочу сказать, пряжа очень понравилась. Она очень мягкая, практически нет колкости. Вы знаете, когда я его одеваю, ну вот совсем вот слегка, где-то отдаленно немножечко, вот я чувствую покалывание, но я спокойно ношу на белье, вообще одеваю, точнее, еще не носила, одеваю. И без проблем, мне все нравится. Так, дальше, еще эта пряжа после ВТО немножко тянется, то есть он у меня в высоту, сам джемпер и рукавчики потянулись где-то на 3 сантиметра. Я заранее это знала, поскольку смотрела много разных обзоров по этой пряже, прежде чем вязать. Девочки тоже говорили, что после ВТО немножечко тянется пряжа, поэтому я когда вязала, я чуть меньше, чуть короче сделала рукав и саму длину. Примерно прикинула, сколько бы я хотела. И в итоге, когда он у меня после ВТО высох, так и получилось, на 3 сантиметра рукав и само тело, да, потянулось вниз. И как раз стал тот размер, который мне нужен. Так, что здесь еще у нас? По бокам я делала две убавочки с двух сторон, немножечко слегка его приталила, вот совсем чуть-чуть. Когда вязала рукава, я сейчас регланные линии провязываю, довязываю до середины примерно, делаю прибавки в каждом втором ряду, а дальше на рукава делаю либо в третьем, либо в четвертом, не помню, как в нем делала, есть экспресс-мастер-класс, ссылочка будет. Это делаю для того, чтобы рукав получился не широким. И потом, когда я пойду вязать уже рукав, я здесь в самом начале делаю убавки, один или два ряда буквально.
И дальше просто по кругу рукав вяжется без всяких убавок. Нету здесь вот этих вот убавочек. Мне этот вариант очень нравится. Как-то не люблю я вот треугольником рукава. В последнее время стала так вязать. Дальше, что здесь еще? Да, на рукавчиках. Сейчас попробую показать. На весу не совсем удобно мне. Сейчас, девочки. Вот, надеюсь, видно будет. Пустила изнаночную петлю, как сшивной рукавчик у меня получился. И также по бокам. Вот боковинка. Тоже здесь идет изнаночная петля по центру боковины. И когда я делаю вот здесь убавки, получается за счет того, что изнаночная петля как бы утопает, да, в лицевом полотне. И вот эти убавочки смотрятся очень аккуратно по бокам. Ну, вот так. Вот такое изделие у меня получилось. Такой джемперок. Очень я довольна этой работой, девочки. Мне очень он нравится. И цвет мне этот подошел. Мне уже многие написали, что мне этот цвет идет. Ну, мне кажется, действительно все замечательно у меня получилось. Сейчас я его примерю и покажу на себе. Такой джемпер. Размер прям идеально подошел, все как я хотела. Рукавчики, вот смотрите, узкий манжет. Очень хорошо он сидит на руке и немножко вот так вот спускается. Ну прям длина все отлично получилась. Также по длине все замечательно, как я и хотела. Он потянулся и длина стала такая, которая мне нужна. Ну вот, девочки, есть экспресс-мастер-класс. Проходите, будем вязать с вами вместе. Аккуратные убавочки по бокам идут. Следующую работу вы сейчас увидите первый раз полностью в готовом виде, который я очень просто, не знаю, невероятно довольна. Классное получилось изделие. Это водолазка для моего сыночка. Вот такую водолазку я Илюшке своему связала. Это у нас идет бобинная пряжа. Так, сейчас вам покажу. Вот такую бобинку мне присылала Ксения в подарок. Еще смотрите, сколько осталось. И в перемотке еще у меня там моточки. В принципе, еще можно спокойно вязать какое-то изделие. Это пряжа. Так, не знаю, видно вам будет или нет. Я подпишу на экране. Здесь у нас идет меринос и эластан в 100 граммах 2500 метров. Я вязала, кто смотрел мои влоги, обзоры, да, по процессам, я его там частенько показывала, вязала в 6 сложений. На спицах номер 3,5, горловинку вязала, по-моему, на... Девочки, вроде на 2,5, точно не помню. По нему будет экспресс-мастер-класс. Очень просили сделать подробный мастер-класс, но пряжа темная, и просто это нереально было сделать. Поэтому будет экспресс-мастер-класс, там все вам, все данные расскажу, все расчеты, все дам. Но не переживайте, у меня будет подробный экспресс-мастер-класс, такой очень подробный. Я вяжу для себя водолазку по этому принципу. И там я уже более наглядно, более подробно буду все рассказывать. Поэтому будут две водолазки, экспресс-мастер-класс и подробный экспресс-мастер-класс. Я думаю, что вы разберетесь и сможете связать себе либо своим деткам такие водолазки. У меня тут спор небольшой тоже возник. Водолазка это, либо это свитер. Ну, не знаю, девочки, мне кажется, у свитера горловинка более такая свободная, высокая, у водолазок узкая, то есть она у него прям по шейке сидит. И сама водолазка вся зауженная, и рукавчики. Ну, я ее, вот это изделие назвала водолазкой. Не знаю, правильно это или нет, но пусть будет так. Значит, по расходу у меня ушло 183 грамма. Да, вот вижу себе, помечала, горловинка на спицах номер 2,5 получилась. После того, как водолазочка высохла, полотно, получается, раскрылась ниточка, да, пушок все тут раскрылось, и оно стало таким монолитным, как сказать, не забитым, а вот
прям то, что мне нужно было. Мне нужна была очень теплая ему водолазка. Он у меня мерзнет, у нас холодно, и сейчас вот как раз носить под курточку, ну и не сейчас, даже похолоднее, когда у нас станет там даже до минус 10, я думаю, можно будет носить под осеннюю куртку. И шейка закрыта, и очень теплое само полотно получилось. Прям, я не знаю, оно совершенно не просвечивает вот теперь, после того, как высохло. 2 дня оно у меня сохло, поэтому у меня готовые работы немножко отложились. Я планировала 30 сентября снять, но не получилось. Пока довязала рукава, пока оно у меня, это изделие, высохло, немножко все подзатянулось. Здесь идет по передней части очень красивый теневой узор. На этот узор я оставляла в Instagram Stories, но, наверное, уже там сейчас его нет. И ВКонтакте можете пройти по ссылочке. У меня всегда внизу ссылки на мои соцсети ВКонтакте. Этот узор там посмотреть. Он в предпоследнем, по-моему, в предпоследней публикации, если я не ошибаюсь. Классный узорчик получился. Я сегодня постараюсь сфотографировать водолазку на сыночке. И после того, как он с детского сада придет, и вечером буду монтировать видео, чтобы вам фотографию вставить. Ну, надеюсь, что вы ее уже посмотрели. Рукавчики резинкой 2 на 2. По боковине с двух сторон я тоже пустила резинку 2 на 2. Получилось, что она за счет резинки сузилась, да? И по фигурке отлично сидит. Снизу резиночка просто 1 на 1 и горловинка резинкой 1 на 1. Здесь у меня идет ложная кетлевка, по ней у меня есть подробный мастер-класс на канале, ссылочку вам оставлю. Очень аккуратная ложная кетлевка и вяжется очень легко. Темная пряжа, я не знаю, как, девочки, вам будет все видно, но только так могу показать. Очень довольна этой работой. Муж сегодня посмотрел с утра. Как будто, говорит, покупное изделие у тебя получилось, классно, свежо, говорит, мне такое же, но он у меня довольно крупный мужчина. Я говорю, на тебя вязать это надо мне целый месяц потратить, тогда канал заброшу. В общем, так, с ним посмеялись маленько, говорит, да ладно, говорит, я себе куплю тогда лучше. Ну вот, такая работа. Это третье мое плечевое изделие, которое было связано в этом месяце. Всеми работами я очень довольна. И сейчас покажу вам немножко аксессуаров, которых вязала. Итак, у меня были связаны еще 2 пары носочков детских. Сразу по пряже скажу. Это детский каприз от Пихорки. Вот такая только этикетка у меня сохранилась. В 50 граммах 225 метров. 50% шерсть мериносовая, 50% фибра. Так, номер цвета. 12-й желток. Такие яркие желтые носочки. Я их вязала для 40 петель добра клуба, да? В клуб 40 петель добра для деток. Я собираю для этого клуба посылочку. С мужем планировали в конце этого месяца увезти. Пока не могу с ними связаться, не отвечают. Не знаю, может быть, что-то случилось там у девушки, но жду, написала сообщение, чтобы увести уже посылочку. Вязаные изделия, много насобирала новых вязаных изделий, хочу им отдать. Так, значит, что здесь у меня? Одни носочки я вязала в одну ниточку, вторые в две. Первые в одну нить вязала на спицах номер 2,5. На круговых спицах здесь пятка бумеранг и расход у меня 20 грамм. Вот на эти носочки. По подошве они 16 сантиметров. Так, здесь у нас идет вот такое симпатичное закрытие мыска. Вот такие получились носочки. Мастер-класс ничего не снимала, просто вязала. Но у меня есть с пяткой бумеранг мастер-класс на канале. В принципе, могу ссылочку вам оставить, если интересно. Я уже эту пяточку использовала в мастер-классах. И вторые носочки в 2 нити были связаны на спицах номер 3. Расход 34 грамма. Они уже более плотненькие, толстенькие. В принципе, пойдут на зиму деткам. Вот эти можно носить сейчас осенью прохладной. Эти уже зимой. Тоже по подошве 16 сантиметров. В принципе, они вот одинаковые. Вот такие носочки у меня получились.
Замечательные. Хочу деткам своим тоже связать такие носочки. Мне очень они понравились. Еще осталась желтая пряжа, наверное, дочь свяжу одну пару. Ну и сыночку посмотрим. Так, одна работа. И последняя работа, которую вам хочу показать. Закончила, так, сейчас, девочки, недавно. Это носки, вот они, носочки для моего мужа. По ним есть подробный мастер-класс на канале. Проходите, вяжите. Начинается сезон, утепляйте ваших мужчин. Здесь я пробовала новую для себя пяточку подкова. Мне очень понравился этот вариант. Вяжется легко, аккуратно все получается. Использовала по верхней части резинку 4х1. Мне кажется, получился такой мужской вариант. Мне даже написали, носочки как фабричные смотрятся. Вот, видите, как здорово 4х1 смотрится. Узорчик для мужских носков классно. Дальше на размер 43 вязала по расходу. Так, девочки, сейчас скажу, на 43 88 грамм ушло. И по пряже не сказала. Пряжа лайка. Номер цвета 408. И здесь мне очень нравится состав. 75% меринос, 25% шерсть собаки. Натуральный состав. Мне кажется, они будут очень теплые. Несмотря на то, что вязала в одну ниточку. В 100 граммах 300 метров. Эту пряжу тоже мне прислал интернет-магазин пряжа ШСУ. Как я уже и сказала, все ссылочки, все будет внизу в инфобоксе под видео. Можете пройти, заказать себе такую пряжу. Обалденная пряжа для носков. Всем членам семьи можно связать. Я взяла и деткам своим тоже такую пряжу, более светлых оттенков. Она абсолютно не колется и, мне кажется, будет очень теплая. Так, расход вам сказала. 88 грамм у меня ушло. Вязала на спицах номер 2,5. Они получились такие и не тонкие, и не толстые. Вот средняя толщина как раз носить в обувь, да, мужчине. И давить не будет, и в любую обувь, в принципе, они подойдут, можно одеть. У меня семья, в принципе, любит тонкие носочки. Ну, за исключением деткам я вяжу разные и тонкие, и толстые. Муж любит вот такие тонкие, что они могут и ботинки, и туфли какие-то зимние, да, и, ну, везде, где он придумает, во все что угодно, в принципе, можно тонкие носки одеть, и будет тепло. И тем более здесь такой натуральный состав, мне кажется, у меня муж не замерзнет этой зимой. Иногда бывает, что он ездит не на машине, на работу, а на автобусе. Ну, это бывает всего несколько дней за зиму, но все-таки у нас в Сибири сильные морозы, как правило, зимой. Сейчас, конечно, зимы стали у нас теплее, но все равно бывают холодные периоды. И вот будет поддевать, и все отлично. Мне все нравится, мужу тоже понравились носочки. Поэтому проходите, вяжите вместе со мной, утепляйте ваших мужчин такими носочками. На этом я буду заканчивать. Огромное вам спасибо, что посмотрели меня, послушали. Огромное спасибо, что вяжете со мной. За ваши комментарии. В последнее время приходит очень много просто комментариев. Ну и сезон начался. Я вечером сажусь, всем стараюсь по возможности ответить. Также стали в последнее время еще больше присылать фотографии готовых работ. За это тоже вам огромное спасибо. Мне очень приятно. Буквально, наверное, в ближайшее время я сделаю снова видео с вашими готовыми работами по моим мастер-классам. Периодически у меня такие видео выходят на канале. Поэтому, если у вас есть какие-то готовые работы связанные по моим мастер-классам, присылайте. Ссылочки на соцсети всегда оставляю внизу в инфобоксе под видео. Мне очень приятно. На сегодня буду заканчивать. Еще раз всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока-пока.